свои слова. Я буду стараться еще лучше работать по мере. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Танюш, пойдем. Всего доброго. Спасибо. 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 Девочки, спасибо. Просто блестяще. Юра. Спасибо. Пойдем. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Получилось. Настя, дорогая, поздравляю. Спасибо. Здравствуй, Таня. Спасибо, милый. Возьми. Пойдем, поболтаем, пройдемся. А ты боялась? Да. Все прекрасно. Очень хорошо. Всего доброго. До свидания. Да. У вас замечательные работы. Вы мастер. Я хотел бы сделать заказ. Вот такую вот вазу. Мы из малахита. Я готов заплатить аванс. Беретесь. Месяца вам хватит? Разумеется. Вот и хорошо. Уже уходите? Ну, как вам мои работы? Потрясающе. Себя благодарю. Поздравляю. Спасибо. Ну что, устали, наверное? Да нет. Выпейте со мной за мое здоровье. Ну, давай. Мам, на! Подержи сумочку. Анастасия! Да? Вы мастер. Что вы говорите? Ищи теперь, где хочешь. Так, что делать? Уйди от меня, сказала. Дрянь такая, а? Весь праздник мне испортила.
Иду, иду. Мам, смотри. Ну что ты хочешь от меня, Таня? Какая? Смотреть на тебя можно, а руками трогать нельзя. Мам! Ну что, не получается? Отстань от меня. Мы едем к бабушке. Ты же говорила, мы никогда к бабушке не поедем. Собирайся. И подумай, что ей подарить. У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитовая осталась со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Сама хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой. Камешки из мертвой Степановой руки доставать, они рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Потом уже кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их Слышка никому, тайно от своих сохранял. С ними и смерть принял. Вот она, значит, какая Медной горы хозяйка. Худому с ней встретится горе, и доброму радости мало. Дядь, камни мне нужны. Слышишь? Да повынимали все. Так было ж. Было. Было, да бульем поросло. Ты вон тоже была. Да сплыла. На. Дядь, а помните, вы мне показывали каменные ямки на Змеиной горке? Не помню. А ты где остановишься? У матери? Ты умерла? А ты хочешь?
хочешь, чтобы я умерла? Иногда хочу. Почему? Потому что ты не любишь меня. А ты? Малахитница. Ну ладно, бывайте. А я поехал. Познакомьтесь, это бабушка, это Таня. Пускай бегает. Ничего не вижу. Сережа, сбегай к моей старухе и скажи, что Никита Евсеевич, мол, жив-здоров, чего и вам желает. Скоро, мол, дома будет. Пусть пельмешек капустных настряпает, да кваску приготовит с хреном. Шпана два, не меньше. Обедать буду. Ну, комарики полетели. Побежали к Жабрике. Ну, постучали. Ой, Настенька. Ульянка, привет. Привет.
Ты что ли приехала? Ну так, ненадолго. А ты другая. Нет, ничего не изменилось. Взяла обновы, в угол бросила и ничего не сказала. Юра, можешь ты поверить, чтобы жена мужнино подарение без слов приняла? М? Да ты чё? Да ты чё? Чё сказала-то? Ну, сказала три слова. Ну, какие слова? Ах ты, старый дурак. Вот это верно. Вот это верно говоришь. Старухи на бычьи. Значит, все в добром здравии. Ну, пока пельмени туда-сюда. Пройдемся, пожалуй. Это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? На мой взгляд, дедушка, кромку не с этой стороны набивать нужно. Что? Ты кто такой? Мастер? А? Рук не бывало, уже судишь? Здравствуйте, Евлампий Петрович. Не узнаете? Как поживаете? Здравствуй, здравствуй, пропажа. Понимаю, взялся. Иди. Я к вам за помощью, Иван Петрович. Камни мне нужны для работы. Камни? Камни это вам полно. Так мне малахит. Заказ выгодный. Слыхали. Я же у вас была первая малахитница. Сами говорили. Все вы ребятами первые. Только в последних живете. Испортили узорочек-то? На, гляди. Ваши? Наши, наши. Камешек ничем не пахаешь. Недаром он самой высокой цены. Поэтому глаз веселит. Сколько просите? Сколько, сколько? Тьфу! У тебя нет стока. Поглядела и будет. Мне ведь нет простой поры тут стоять. Работа есть. Так я за любые деньги возьму. Накопила, не проси. Так я же... Нам самим этот камешек нужен. Евлампий Петрович. А наступай, откуда пришла? Пищи, с ума вышел. Работаешь? Неплохой образец. Thank you.
Мала банька-то стала, мам. Не банька ссохлась, ты выросла. Что ж, второй день не спросишь, зачем заявилась. Небось, не заскучала. Надо что? Надо, мама. Очень надо. Ну-ка, слезь оттуда сейчас же. Глазами на меня не зыркой. Нет у меня подделки. Выкинула. Ну не ври, мам. Ну не могла ты выкинуть. Куда припрятала? Не дам. И весь сказ. Ну почему? О камнях и слышать не хочу. Ты музейный работник. Ты же выросла среди мастеров. Ты сама резала, я что ж не помню, что ли? Закрой. Ложи на место. Это что? Или я шлифовала? Слушай, мам, а может на чердак полезем? Заветная тряпица с инструментом, колотые чаши, цветки, там еще. Я мастер. Понимаешь, мастер. И мне надо работать. У меня заказ. Мама! Мама! Либо уезжай отсюда сегодня же, либо забудь о каменной работе. Мое тебе слово. Я объяснений не жди. Не мастер ты. У меня глаз точный. И не станешь им, пока я жива. Бабушка, а ты знаешь, где растут каменные цветы? На Лохитовой горе будто растут. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит. С чего ты взяла, бабушка, что несчастный? Чьих земель, царица? Моих, этих. Лена, ты где? Да без разрешения, а? Это не чужое, мое. Как твое? Ну-ка, снимай. Мое, мне можно. А кто тебе сказал? Сама знаю. Ну-ну, снимай-ка давай, а то малахитница рассердится. Ну. А расскажи мне про нее. Потом, детка, рассказывать о ней радости мало. Дедушка твой не слушался никого, ушел к ней в город и не вернулся. А ему там лучше было?
не будешь слушаться, тоже заберет. Эй, хозяин. Выйди, покажись. Смотришь, как не узнал. Я тебя, Данила, искала. Не нашла нигде. Камни мне нужны. Тебе везет, говорят. Помоги по старой памяти. Покажи место. А ты совсем не изменился. Такой же молчун, будто вовсе разговаривать не умеешь или не хочешь. Не на что мне гостей. А ты, коли надо, как солнце к полудню будет, иди на Змеиную горку. Там и ищи. Чьих земель царица? Я-то? Я? Мам, чьих? Я столько не хочу. Что ты делаешь? Скотину кормлю. У меня нет скотины. Прекрати! Анарета! Налетай!
Да, берите, потом еще подойдем. Спасибо, да. Молодцы. О, Настенька, угощайся. Спасибо, дядь, ни к чему мне. Да и я уж подику выросла. О, повзрослела. А то. Да ты че? Ага. О, тогда возьми, вот это возьми. Выпей за мое здоровье. А мне маменька наказывала, в рот капли вина не бери. О. Так что не пью, и вам того же желаю. Правильно. Это дело дурное. Но вот это ты у меня возьмешь. Такой-то камень и сама добыть могу. Иди-ка. А чужого мне не надо. Так это ключ-камень. Его не каждому дано добыть. Добуду. Милая, ведь он только правильному человеку в руки дается. Дедуль, ну? Камень-то прибери. Правильно, до времени надо прибрать. Молодец. Комарята. Подойди поближе. Поговорим маленько. Не расступи мое войско. Я тебя знаю. Ты меня не пугайся. Я тебе худого не сделаю. А кого мне бояться? Ну и ладно. Вот такую мне как раз и надо. Запомни, что скажу. Хозяйка Медной горы заказывает, чтобы Настасья на Змеиную горку не ходила. Нечего ей тут делать. Какую еще тетеньку? Зеленую. Может, малахитницу? И ящерки, ящерки. Это тебе бабушка наговорила чушь всякую? Нужна тебе эта малахитница. У тебя своя есть, мама твоя. Танюш, на гнездо мы с тобой напали.
Кис, Кис, иди сюда. Ты чья такая красивая? Не забоялась, значит, прийти. Некого мне бояться. Укажешь место-то? Не стал бы. Ни к чему тебе. Да, видать, придется. А-а-а, жаль камня. Жаль, не жаль, а проку не будет. Мы и та с тобой. Мне ни к чему. Это почему же мы и та? Да что ж такое, а? Все против меня. Я за камнем приехала. Понимаете, за камнем. Ничего мне от вас вымороченных не надо. У меня работа, в конце концов. А я тетеньку зеленую видела. Там. Уходить надо. Куда идем? К хозяйке в гости? А она далеко живет? Отстань, Таня. Гареты у нее, наверное, во всяком месте дверки есть. Да только нам их не видно. У меня голова закружилась. От перемены климата, наверное. Идти можешь? А она сердитая? И такая она, и сякая. И добрая, и злая, сухая, немазанная. Платье зеленое, коса черная. В одной руке каёлка махонькая, а в другой цветок. Горит тот цветок, как хорошая хапка смолья, а дыму нет. Хозяйке поглянется, тому он этот цветок и отдаст. А у самой сейчас же в руке другой появится. Вот бы мне такой цветочек. Может, и отдаст, коль пугаться да реветь не будешь. Не, не стану я реветь. Ой! Тогда камень у тебя взяла в мастерской. А он исчез. А вместо него в кармане семечки появились. Столько, сколько и быть-то не могло. Хозяйкины проделки. Ерунда все это. Такой же ты, Данила, как был. Все цветок камень ищешь. Это правда. А видеть его нашему брату нельзя. Белый свет не мил будет. А он и так не мил. Перестань. Да этот цветок на каждой стене, на каждой шоколадке. Не знаю. Не выходит работа. Ищу всю красоту необыкновенную, а главной тайны поймать не могу. К утру спадет опухоль. Спать давай. Вот видела я твои работы. Ну чего тебе еще надо? Зациклились вы на своей особой уральской земле.
пор что, Данила, мастер? Поглядел? Не найдешь камня, чтобы так-то сделать. А ты не верши голову, другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям. Не могу больше. Измаялся весь. Не любишь ты никого. Ни меня, ни камня моего. Вот и не выходит твоя дурман-чаша. Что ты про любовь-то знаешь? Каменная. Смотри, какой камешек. Ух ты. Хороший подарок от хозяйки. Красивый. Мам, смотри, что я нашла. Это мне хозяйка Медной горы на память и на забаву дала. Данила говорит, мне ее бояться нечего, а тебе надо. И та тетенька в лесу, помнишь, тоже велела тебе передать, чтоб ты на Змеиную горку не ходила. Нельзя тебе, мам. Хватит глупости болтать. Задурили голову ребенку? В сказке это все. Не слушай, Таня. Нет никакой хозяйки. Я здесь хозяйка. И мне надо работать. Царица гор. Ну-ка, сказывай сей же час. Где Малахитова ямка? О, Данила мастер. Ну что, не выходит каменный цветок? Ну, еще что скажешь? А ты меньше вопросов задавай, будет лучше. Не будет лучше. Мертвяковой невестой стать хочешь. Мама! Ну что ты говоришь-то? Мама. Ушла. Ни слова, ни полслова. Ребенка с собой потащила. Забыла, видно, как отец в горах сгинул. Послушай, что я тебе скажу. Да не стану я тебя слушать. Это ты меня послушай. Сама виновата. За 9 лет свой музей совсем разум потеряла. В сказках живешь, да? Грезишь наяву. Что происходит, мама? Да мне ребенка с тобой страшно оставлять. Ты заставила меня уехать отсюда. Разлучила с Данилой. Ты не хотела, чтобы я работала с камнем. Прятала от меня материалы, инструменты. Ты не хотела, чтобы я училась. Почему, мама? Ты же любила отца за его мастерство. А я хочу, как он. И могу. А ты никогда в меня не верила. А я мастер. Понимаешь, мастер. Какой ты мастер? Не женское это дело. Сможешь ли ты меня когда-нибудь понять? Никогда. Thank you.
сладкие посулы твои, девка каменная. За рукавной змейке тяжесть кандалов. Ты изыди, отпусти, сила тайная. И сними зеленый гнет своих оков. Счастье ящеркой сквозь пальцы ускользает, не догонишь. Не печалься, если что-то потеряешь. Не люблю, говоришь, тебя. Что злобно галишься, подавая то обманку, то руду. И хожу на гору, будто непрекаянный. Потерять не потерял, а не найду. Счастье ящеркой сквозь пальцы ускользает. Не догонишь, не печалься, если что-то потеряешь, потому что, не теряя, не найдешь. Жена, пройдемся с тобой международно. Здрасте. Покупайте наряд хозяйки Медной горы. Посмотрим корону. Хочешь? Нет, она не настоящая. Никита Евсеевич, друг, обмыть надо. Никита. Жена. Юра, ты, конечно, мне друг, но на горку ко мне не ходи, не надо. Не люблю. Понял. Гляди, а перед ним на грудке лды женщина какая-то сидит. То вперед наклонится, то опять назад откинется, то на клобок изогнется, на другой, потом опять вперед наклонится. Парень хотел было слово, мол, вдруг его как по затылку стукнуло. Мать ты ж моя, да ведь это сама хозяйка. Вот беда, хоть бы ноги унести, пока не заметил. От стариков он лишь слыхал, что хозяйка эта малахитница, любит над человеком мудровать. Не расступи мое войско, да смотри не забудь. Хозяйка, мол, Медной горы сказывала тебе, на Змеиную гору не ходить.
Камушки поищу и приду. Ты иди на праздник. Иди, сказку досмотри. Мам, нельзя тебе туда. Хозяйка же говорила. И мне говорила, и тем детям на празднике. Чего? Какая хозяйка? А помнишь, которую я в лесу видела? Тебе говорила. Все сочиняешь? Ну что, Данила, мороженое-то растаяло твое. Я с тобой погуляю. Пошли в лес. А то скучно мне. Бабушка работает, мама за камушками. В лес ушла. А камушки-то дома. Я их в углу на чердаке нашла, точь-в-точь, какие мама хотела, будто бы от такой же поделки в плиточке. Когда нашла? А вот как мама в лес убежала, так я их и нашла. Только хотела ее догнать, да заигралась. Беги к бабушке, скажи ей. Настя!
Настя! Пропала твоя Настя. Пропала твоя Настя. Возьми на разживу. Большие деньги за эти камни люди дают. Богат будешь. Вздумал. Отпусти Настю. Ни к чему она тебе. Да и какой она мастер, так? Гонор один. Поумнеет, отпущу. Да только придется отказаться от нее. Так что выбирай либо каменная работа, либо человечье счастье. Так что не будь тебе с ней, Данилушка. Забудешь все, на что тебе люди. Отпусти Настасью. Нет у тебя права живых людей забирать. Хоть бы разрешение спросила. Чай не твое. Что это, а? Этого не может быть. Ты миф. Ты галлюцинация. Уйди. Ну, а теперь что скажешь? Что же испугалась? Или камень плох? Славная поделка получится. Ты за камнем пришла? Ну так бери сколько хочешь, если унести сможешь. Надоело ты мне. Говорили, тебе не женское дело камень точить. Но ты кроме себя никого не слышишь. Даже дочку свою. Плохая ты мать. Заберу у тебя Таню, моей дочкой будет. Зачем увязалась? Таня! Куда подевалась? Говорила, сиди дома, жди мать. Мама не придет. Настя! Настя! Бабушка, да не туда. Не найти нам маму твою. Таня! 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 Таня!
Таня. Таня. Нет ее. Гора, не надо мне золота, только путь укажи. Один у тебя путь, сам его знаешь, другого не ищи. Всех забрала у меня гора проклятая. За что? Все делала, чтобы уберечь. Все, что могла, скандалила, докричала, запрещала, камни прятала, инструмент ломала, до каменной работы не пускала. Никто не слушал меня, никто не верил в мои страхи, боялась, всю жизнь боялась, никого не уберегла, ни мужа, не дочь. А теперь, выходит, мне и бояться нечего. Отдай мне Таню. Не буду я больше с тобой бороться. Как золото ищешь, Таня. Ну что, признала меня? Вы за чашей? Так мы ее еще не закончили. Работа непростая. Гляди, коврать уж научилась. Мать, ты твои денежки украла да сбежала. Мама моя мастер, сделай чашу твою. А пропадет? Не пропадет, поумнеет поди. А нет, я сделаю. Ишь ты, мама, да смела. Смотри, не загордись только, то все вы люди на одну колоду. Пока в нужде вроде ничего, как за мое хвости поймаетесь, то откуда только всякой пакости на вас налипнет. А где это хвост-то у тебя, дяденька? Некогда мне с тобой болтать. На гору иду. Дело у меня. Покажи мне дорогу к маме. Ладно, постараемся. Девочка, ты ладненькая, жалко будет, если испортишься. Смотри хорошенько за мной. Куда слева пойдет?
кто же этих земель царица? Я за мамой пришла. Где она? А я ее не звала. Она сама пришла. Камень мой украсть хотела. А чем я тебе не мама? Становись моей дочкой, Таня. Скучно тебе у меня не будет. Каменных игрушек, какие ты любишь, вдоволь у меня. Некогда мне играться. Каменной работе выучиться надо. Да кто ж тебя выучит лучше меня? Ну что, остаешься? Если я у тебя останусь, маму отпустить тебе придется. Да и зачем она тебе? Новую статую сделаешь. В город-то много людей ходит. Видно, тебе не любы подарки мои. Наигралась я уже. Прощай, мама. Живи в людях. Мастерство заново учись. И помни дочку свою, что в горе за тебя осталось. Ты что, мам? Ты не знаешь, где Танина куртка? Я собираюсь, мы уезжаем от всей этой чертовщины вашей. Таня нашлась? Где она? Да вон играет. Да что случилось-то? Кто отец ее? Данила. И знать не знает. Не любил он меня, мама. Никого он не любил, кроме камня своего проклятого. Боялась я. Так боялась тебя потерять. Так боялась. Ты же все в мастера рвалась. Днями, ночами сидела над бляшками. Потому и отправила тебя подальше от этой горы. Не надо мне больше каменной работы, мама. Ни камня не надо. Ни мастерства не надо. Не плачь, доченька. Thank you.
Ты уж присмотри за ним. Пригляжу. Уезжаешь? Может, ты с нами? Поехал бы. Да гору с собой не прихватишь. Да и суетно у вас там. Работать нельзя. А как же заказ твой? Ты же за этим ехала. Да и нет, не за этим. Что делать-то будешь? Не знаю. Попробую все сначала начать. Вон, Танюшка подскажет. Это мы тебе с мамой на память точили. Привезли в подарок, а ты не носишь. Спасибо. Кто отец-то ее? Ты? Через 10 лет приедут.